Галина Мельникова родилась на Жлобинщине в маленьком поселке Эрт в семье рабочих. Свой лидерский характер начала проявлять еще в школьные годы. Была комсомольским вожаком и первой помощницей классного руководителя. После окончания школы поступила в Могилевский библиотечный техникум, который закончила с отличием. Потом был Минский университет культуры и 15 лет работы в библиотечной системе родного района. Когда я работала в библиотеке, я уже тогда занималась районными мероприятиями. Заметили, работавший тогда Владимир Константинович Ерофеев, он предложил мне перейти в горисполком. Так я оказалась в госуправлении. Предложили мне отдел, он тогда назывался, по информированию населения связям с общественностью. Позже, после объединения гор и райисполкомов, Галина Мельникова возглавила идеологическую службу Жлобинского райисполкома. В 43 года поступила в Академию управления при президенте. В должности идеологического лидера района Галина Владимировна проработала 10 лет, сплотив вокруг себя хорошую команду. Далее нашу героиню ждало место главного редактора районной газеты. В момент прихода Галины Мельниковой редакция не имела своего помещения. Сегодня же жлобинские газетчики работают в комфортных условиях и, главное, в своем здании. Из 16 полоски издание превратилось в 32-полосную газету. Тираж вырос из почти 6 тысяч до 8,5. Новый день стал выходить в полноцветной печати. Значительно омолодился коллектив. У меня, кстати, по жизни я ставлю себе цели. Как правило, это краткосрочные цели, и к ним иду. Но я не возьмусь за дело, пока я не вижу на выходе картинку красивую. Если я увидела, чего я хочу, все, я охотно берусь за это дело. Ну, вот так постепенно мы меняли газету. Неоднократно коллектив «Нового дня» становился победителем областных и республиканских конкурсов СМИ. Сегодня редакция газеты готовится зарегистрировать сетевое издание. Галина Мельникова довольна, что ее коллектив не останавливается только на профессиональной деятельности. Все вместе они занимаются благотворительностью. За те годы, что «Новый день» помогает людям, сумма спонсорской помощи составила более 350 тысяч рублей. Вот уже 6 лет подряд коллектив газеты участвует в поощрении золотых медалистов. Наша героиня вносит большой вклад в ремонт и улучшение материально-технической базы родной Щедринской школы. А в 2017 году по инициативе Галины Владимировны был начат социальный проект «Народная стройка». В его основу был положен капитальный ремонт детской поликлиники. На базе третьего этажа открыт центр раннего вмешательства, который оказывает специализированную медицинскую помощь детям с особенностями психофизического развития. Отремонтированы холлы, врачебные кабинеты. И сегодня вот мы вам показали, что уже завершен ремонт правого крыла второго этажа детской поликлиники. Галина Мельникова – руководитель, который всегда рядом с людьми. Наша героиня – постоянный гость в трудовых коллективах района по долгу обязанностей, возложенных на нее как на главного редактора газеты, председателя районной организации Белорусского союза женщин, которую, к слову, Галина Владимировна возглавляет более 20 лет, депутата областного совета, а в прошлом еще и члена Совета Республики, депутата райсовета. Эта женщина полна жизненных сил и энергии, лидер, за которым хочется идти. Светлана Князева, Сергей Лукашук, новости недели.